Здравствуйте, меня зовут Гоингу. Моя тема – белорусские китайские деловые коммуникации на культурный аспект. Цель исследования состоит в том, в чем исследование и анализа. Белорусско-китайского делового обмена проанализированы основные аспекты белорусско-китайских культурных различий и их влияние на деловое общение, а также предложены контрмены и предложения по культурным различиям в белорусско-китайском деловом обмене. Я раскрыла деловое общение как эффективный инструмент коммуникации. Я изучила национальную культуру Беларуси и Китая и ее важную роль в деловом общении. Я исследовала коммуникативное поведение белорусов и китайцев в деловых переговорах. Мои выводы. Первые. Инициатива «Один пояс, один путь» способствовала коммерческому и культурному обмену между Китаем и Белоруссией. Второе. Китайская деловая культура направлена на то, чтобы избежать конфликтов в деловом общении. Она является культурной и высокого контекста. Третье. Русская деловая культура делает упор на личные способности и достижения, а ее инструкции и решения точные и ясные, что относятся к низкоконтекстной культуре. Четвертое. Белорусы подчеркивают «я», ценят личную ценность и личную силу. Пятое. Китайцы верят в абсолютный коллективизм и могут пожертвовать своим интересам ради коллектива. Шестое. Китай делает упор на материальные достижения. Белорусы игнорируют материальные блага и больше внимания уделяют стремлению к духовной жизни. Все. Спасибо за внимание.